Согласитесь, в семейной жизни бывают такие проблемы, которые на первый взгляд кажутся смешными, но могут доставить очень много неприятностей. Ко мне за помощью обратилась одна девушка, у которой проблема такая. Муж не моет чашки. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста. Как хорошо, что вы пришли. Меня зовут Яна Романова. Только будьте аккуратны, здесь могут быть чашки. Посмотрите, эти чашки повсюду просто. Здесь чашка от чая, чашка от кофе, на столе чашка от сока. Он попил, оставил, попил, оставил. Я их уже и выбрасывала, и била. Ничего не помогает. Пойдемте, я вам еще покажу комнату. Две чашки возле компьютера. Ну неужели их так сложно отнести на кухню? Даже в шкафу. Я не знаю, что с этим делать. Помогите. У меня в гостях Яна сегодня. Встречайте. Яночка, здравствуй. Спасибо, что пришла. Ну что, не моет? Не моет. Только чашки не моет? Только чашки, все моет. Тарелки моет, кастрюли моет, вилки, ложки. Даже после котика убирает, а чашки не моет. То есть у нее идеальный муж, но он не моет чашки. Стоит ли вообще в этом разбираться? В начале отношений я как-то к этому относилась снисходительно. Все-таки любимый человек, я ходила там все убирала, протирала. Но со временем это начинает раздражать. Да, и неудобно даже перед подругами, которые приходят в гости и находят их в самых неожиданных местах. А самое неожиданное место, где ты вот находила чашку? В шкафу. Мой муж так носки распределяет по квартире. В принципе, нормально. Я позвала на помощь сегодня моего друга, непревзойденного эксперта человеческих душ и просто супермужчину. Встречайте Дмитрия Карпачева. Спасай, у нас проблемы. Обязательно. Здравствуй. Ну вот проблема, это Яна. Есть ее муж, он не моет чашки, ей это надоело. О! Ну смотри, что делать? Сразу, решение номер один. Ты можешь объявить сейчас практически на всю Украину о том, что у тебя место моющих чашек вакантно, и ты ищешь другого мужа. Отлично! Не хочу! Пусть боится! Нет. Так и не хочешь. Дело однозначно не в чашках, потому что если Яна выбрала этого мужчину себе в мужья, то теперь она не может быть им недовольна только потому, что он чашки не моет. Значит, что-то, и это очень часто случается, в семье со временем изменилось. И вот я поэтому и хочу понять, почему Яна пилит своего мужа. Ты посмотри на него. Я не пилю своего мужа. Он просто их ставит везде, да, понимаете? Понимаю. Вот даже вот у нас дома вот даже отлично. Вот тут чашка. Это ужас. И? Но это неправильно, это некрасиво. На чей взгляд это неправильно? Это... мнение всех моих друзей, знакомых. Это мнение всех, всех нас! Конечно! Да, мнение мужа для Яны не значит ничего. Для нее значит мнение друзей и знакомых. Подождите, а может быть мы позовем сюда человека, которого мы сейчас так обсуждаем? Чтобы он нам сказал, почему он перестал мыть чашки? Да, чтобы вас стало больше мужчин, Карпачев. Юра, иди к нам! Янин муж, встречаем! Возможно, он сейчас пожалеет, что пришел. Яна, спроси вот сейчас у своего мужа, почему он не моет чашки. Юра, почему ты не моешь чашки? А хіба їх обов'язково мити? Я вот сейчас хотел бы обратить внимание на то, как Яна спросила об этом у мужа. Как? Она изначально спросила это с претензией. Ну да. Она у него не спросила, любимый, а почему ты не моешь чашки? Она, Юра, почему ты не моешь чашки? Так он год уже не моет чашки. Конечно. И когда-то вполне возможно, что она единожды заявив вот так вот ему, он теперь не моет из принципа и сам этого может не понимать. Ох уж эти мужчины. Конечно же, вы на стороне Юры. Определила. Но, любимый, если бы я не мыла кастрюлю из-под борща и там бы сварила тебе компот, это нормально? Умничка. Да. А может воспользоваться моими возможностями и предложить Юре небольшой эксперимент, чтобы он просто почувствовал, что делает Яна, что делают женщины, когда они каждый день моют чашки. Ну, вполне возможно. Ну что? Время испытания пришло. Юра, за мной. Будем мыть чашки.
Пойдем, пойдем. Я посчитала, сколько чашек за год ты не вымываешь. Становись на свое рабочее место. За год ты не моешь 720 чашек. Если год високосный, еще две, значит 722. Я добрая, поэтому я поделила это количество пополам. Здесь около 400 чашек. И тебе нужно будет, дорогой наш Юра, пока мы там попиваем кофеек с твоей женой, все эти чашки что сделать? Перемыть! А для того, чтобы тебе было интересно, я тебе скажу. Перемоешь чашечки, получишь в подарок посудомоечную машину. На выполнение этой жизненной задачи у нас есть, Юра, 5 минут. Мы посмотрим, как ты справишься. Готов? Ну, с машиной я бы це зробив швидше. Сделаешь вручную, получишь машину, будешь счастлив всю оставшуюся жизнь. Готов? Да. 3, 2, 1. Поехали! Юра моет чашки, а мы разбираемся в проблеме. Потому что очень важно понять, что нужно делать Яне в этой ситуации, для чего и позвала Карпачева. Дим, спасай. Вполне возможно, что он перестал мыть чашки только для того, чтобы таким образом привлечь свое внимание. И сам того не понимает. Поскольку все-таки человеческая психика, она, ну, очень сложный предмет. Сложный предмет – это мыть чашки. А ну посмотрим, как он справляется. Давай быстрей! Юрчик, как тебе там, хорошо? Давай, давай, время идет. Итак, момент первый. Яна, попробуй больше уделять внимание своему мужу. Плюс я точно не рекомендую пользоваться всякими дурацкими советами. Как, например, попытаться обменять секс на чашки. Слушай, моя подруга говорила, что она своему мужу так как говорит. Это? Давай ты помоешь сегодня посуду, а вечером я тебе сделаю эротический массаж. Эта позиция неправильная, потому что ты изначально приучишь его к тому, что он тебе ничего просто так не сделает. Самое интересное, Надя, что очень часто, когда вот кто-то отказывается от своих претензий и перестает пилить другого, по любому поводу, там чашки, посуда, уборка, вот тот другой начинает это делать. Совершенно верно. Это очень парадоксальная вещь, но вот я скажу, что в 70% случаев это работает. А у нас работает Юра. Как у тебя дела, Юр? Отлично, ему нравится. Это просто жах. Не важно, права ты или нет. Важно то, что если ты последуешь моим рекомендациям, отношения у вас изменятся. Либо он начнет мыть чашки, либо тебе будет абсолютно все равно. В любом случае, ты будешь в выигрыше. Либо мы будем оставлять чашки вместе. Прошло то время, которое я отвела Юре на мытье чашек. Ой, какой ты молодец! А я тебе еще одну принесла. Помоешь? Да, после Яны? Нет, это после меня. Боже, да у тебя кровь. Человек мыл чашки и порезался. Чашка была на щербу ему. Я тебя спасу сейчас, подожди, пожалуйста. У меня, естественно, есть все нужное для оказания первой медицинской помощи, но я тебе скажу честно, я боюсь крови, особенно мужской. Поэтому давай как-то вместе. Слушай, я просто так вот лью. Тебе больно? Чуть-чуть, нет, я сам. Давай. Ты видишь, что творится? Да, теперь я знаю, что мужчину допускать к чашкам категорически нельзя. Юрочка, тебе было тяжело? Ну, было трошки важко. Ну, а ты думал о том, что Яна так делает каждый день? Может быть, когда-то она тоже порезала пальчик, ты просто этого не видел? Яночка, иди к нам. Дим, идите сюда. По-моему, Юра совершил настоящий подвиг. Да. Сейчас, наверное. И ты его чуть не лишила пальца. Я думаю, вне зависимости от того, помыл он чашки или нет, у него должна быть моральная компенсация в виде посудомоечной машины. Слушайте, Карпачев сегодня настроен против нас, женщин. Но мне почему-то кажется, что доктор прав. Что Юра должен получить моральную компенсацию. Ну здорово, эту проблему мы решили. По крайней мере, Юра и Яна, мне кажется, будут теперь совершенно счастливы. В том числе и потому, что обещанная посудомоечная машина теперь ваша. Ну, я думаю, что уже теперь эта проблема будет нарешті вирішена. Не стоит затевать ссоры за пустяков. Главное вовремя разобраться, что важнее, чашки или семейное счастье.